Ребятки, всем привет. Сейчас уже ночь, вечер. Я отвезла Рому на бокс. Сейчас приехала на Валберес, заберу подарок новогодний для Верочки. Там резиночку для волос, конечно же, я без Веры. Сейчас я заберу ее подарок и спрячу дома. И поеду Верочку заберу, она у Анечки. Еще что-то заказала? Не помню. Все. Я спрятала куклу, эту коробку в багажник. Здесь у меня пришли шампунь с кератином и бальзам. Ликусечка, спасибо, я получила. Так, это на Валберсе. Веру вот такую заколочку с этим зайчиком. Ну, потом сделаю на волосках, покажу. Ну, что это такое? Видите, вот не пристегиваюсь, только села. Сейчас у нас уже фонарики. Да сейчас пристегнусь, я же только села. Ой. Ну что дальше? А, дверь, господи, ку-ку. Все, еду за Верой. Среда, 7 декабря, 18:46. Я приехала за Верочкой. Смотрите, как время быстро летит, да? Уже скоро Новый год. Новый 2023 год. Осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталось. Ой, прощается, как будто завтра в школе увидитесь. Ой, подружки. Здесь недалеко, возле Анечки, вот оказывается магазин здесь добраться. Сейчас забежим, посмотрим что-нибудь. Я возьму вот такую вот целую упаковку вот этих сырки шоколадные. И взяла грибы шампиньоны. Смотрите, какие хорошие, беленькие, чистенькие. Тоже набрала. Вот. Пока сырки где мои? Шампунька, смотрите, какой. Что это, абрикос? Да, но я понюхала, больше абрикосом пахнет. Возьму, почему? 160 рублей. Посмотрим, что это. Факс, в принципе, это мыло, да, делают уже давно эта компания. Производят мыло, по-моему, Турция. Так, и пималюк здесь дешевый, 55 рублей, считай. С лимончиком, а еще какой есть? Яблочное люблю, но здесь, видно, яблочного нет. Возьму с лимончиком. Так. Мы в Пятерочке. Я взяла творога и маме вот сливы. Слива черная, такая синяя. Возьму еще хозяюшку. У меня всегда это есть, чтобы что-то испечь, ребятки. Яйца куриные 190 рублей. Считай, 3 десятка я возьму. Их не было. Так, тут свеженькие они. Вот так. Наша любимая горчица, что-то она с каждым годом все меньше и меньше, и меньше, и меньше. 140 грамм, возьму одну. Русская горчица. Бери, бери, бери. Ага, да, бери, хватит. Зеленый, ага, бери зеленый лук. Это и себе, и бабушке. Что это у тебя здесь? А я еще возьму вот этот гринфилд малиновый. Сушки, обалдеть, 85 рублей уже сушки. Возьмем. Мини-сушки с луком. Они очень вкусные. Давай это американо возьмем, печенька. Орео со скидкой 60 рублей. Шоколад Кальпингольд. Мы приехали. Саня нас вышел встречать. Сейчас все соберем. И домой отнесем. Что здесь? Ага. Смотрите, в Доброцене какие пакетики стали красивые. Знаете, с надписью Доброцен. Здесь не видно. А, норковая шуба. Ой, ты мой сладенький. А, открыть сейчас. Чик. Саня. Привет. Саня. Ну, Саня это не ест. Саня молочку такую. Саня, ну кушаешь ради нас одну хотя бы? Ну, пожалуйста. Вот это шампунь. То, что Ликусик сказала, что она самая хорошая пришла. О, яйца, это... да, привезли. Яйца привезли, да, крупные. Там Саня вообще кирпич. Я сейчас возьму. Покушала, мам? Да. Что, ела?
котлеты две. Ага. И макароны, аджику поел с хлебушком. Все съела? Да. Слава Богу, видишь, стали кушать. И что еще? Молодец. Мама чай попила, курму съела. А, курму съела. Ага, молодцы. Да. Молодцы, давай руку. Руку давай. Это на вечер. И воды еще там. Да, вот у меня еще здесь водичка. Держи. Все. А? Ладно, давай. Пост дан, пост да. Принял. Да не хочу ее полчаса еще там шарахаться. А. Все. Ой. Папу любит сильно. Бабушка, пей. Мам, воды побольше пей. Давай, давай. А что? Зачем? А, давай, пей водичку. Куда ты, палец? Там шампунька. Вытаскивай, это тебе. Тетя Лика сказала, хорошая эта шампунька. Вытаскивай. Тяжелая. Да, там кератиновая и бальзам, и шампунь с дозаторами. Все, пошла я сумки разбирать. Все. Вкусненькая сливка? Угу. Ешь, ешь. Хорошо для желудка, для пищеварения. Ешь. Я думала, сухая. Нет, такая же лучше, мам. Сухая, которая она вся в сахаре, сладкая. А это нет. Лучше такую съесть сливку. Ешь. Ребятки, это уже следующий день. Сегодня 9 декабря. Сейчас покажу, какая у нас температура воздуха. Цветы цветут. Все окей. Окей. Что здесь тележка? Сегодня на улице в тени плюс 15 градусов. Вот это еще нормально. Вот это хорошо. Хорошочки, да, ребятки? Идем домой. Басик Иванович. Арчуша Иванович, идем. Леша приехал после работы. Ну как, Леш, рулетик? Вообще душевный. Прям аромат так от него так и прет. И прет. Он партизан стоит. А даже Арчушка он. Ага. Я ж, Леш, сейчас чайник вскипит. Прям вот духман идет от него. Духман? Да. Фан. Да, обалденный, блин. А? Прям вот ешь. Душистый прям получился. Ага. Ешь, Леша. Шикарно. И сало кушай, копченую, да. Грудинку. Ешь, Леша. Леша только после работы приехал. А мы сегодня, да, ничего не готовили, так вот, на сухих пайках. Угу. Прям все в тему. Обалденно. Особенно на здоровье. Огурчики вообще тоже. Вкусные огурчики, ага, вкусные. Ешь, Леша, на здоровье. Ребятки, всем огромный привет. Сегодня суббота. Черепахи загорают. Смотрите, как Антон Сергеевич загорает на Татьяне Игоревне. Смотрите, что творят. Солнышко. На улице тепло. Видите, какая красота. Всем хорошей субботы. Хотя это видео будет, я не знаю, может, сегодня будет суббота. Мамочка у нас разукрашивает, да, мам? Угу. Разукрашивает. Разукрашку. Угу. Видите, как? Вот, обязательно это нужно. Я сейчас буду собирать лекарства. Видите, как неделя пролетает быстро. И сейчас буду делать блины. Блинчики будем есть, да, мам? Будем. Будем. На кефире сделаю вкусненькие. Вот, а мама включила фильм. Через 10 минут следующую таблеточку выпить надо. И будем потом завтракать. И ты тоже будешь. И тебе блинчик дадим. И тебе. Положи головку. Головку положи. Головку. Отдохнешь, мам? Да, отдохну. Ну давай все, отдохни. А у нас каждую субботу или воскресенье, когда выходные у деток, уже такой, как не ритуал, а как это называется, утренние блины, блинчики горячие. Сейчас буду выпекать на 3 сковородах. Вкусненько будет с горячим чайком. Мед, сметана, джем. Все. Вот такая красота. А? Блины на 3 сковородах сразу же. И достала вот малиновый джем. Видите, вот он, как мармеладка. Невареный, все витамины сохранены. Все вот настоящее, натуральное. Это очень вкусно. Сейчас всем разделю вот сюда. И будут чай пить вот с таким малиновым, что это джем. Он очень вкусный.
Видите? Без косточек. Супер. Вы представляете, я вышла в норковой шубе, но по привычке зима. Я не пойму, что так голова раскалывается? Вот прям раскалывается. Надо давление померить. Но это не давление, надо сейчас цитрамончика бахнуть, две таблетки. И я не пойму, что такое на улице солнце светит. Все, выхожу, сейчас я вам покажу, какая здесь температура. Вы представляете, какие перепады? Вот, декабрь месяц. Все цветет и пахнет. Люди говорят, и малина, и цветы, и вообще, и тепло. Сейчас я вам покажу, какая у нас температура. Э, ты где был? Ты где всю ночь шарахался? Говорят, вы почему Басика не показываете? Вот Басик. Басенька! Басюша, иди сюда! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Басик! Басюшенька! Он меня туда ведет, домой. Сейчас, ну подожди, да я людям покажу, что творится у нас. Ребятки, вот. Утро. Это в тени. Плюс 20. Видите? Плюс 20. А я не пойму, что так голова раскалывается? И что у меня в норковой шубе жарко? Жарко вообще, видите, вон. Вот. Жарища. Сейчас таблетку выпью, надо на огород выйти. Тут позаниматься, пока здесь сухенько. Вот эту траву нужно подергать. Все. Вот, ребятки, всем хорошего дня. Хорошей субботы. Пошли домой. Пойдем. Пойдем домой. Видите, понимаете. Как различить, говорят, Басика и Мусеньку? У Басика, у Мусеньки сзади штанишки. Писклюшечка. И у Басика глазки голубые, а у Мусеньки желтые. Мусенька дома сидит. Давай, заходи. Вот. Так, я еще сегодня, знаете, что сделаю? Я сегодня еще рассажу вот эти гладиолусы. Ну, мне придется их рассадить. Я их вообще закинула туда и не выкапывала. Вот. Но если я их с ними ничего не сделаю, они у меня высохнут. Вот это вот хранить, условия, влажность, я это не буду. Вот как есть вот это все. Просто вот делал Саня же вот эту отмостку, или что она там, как это, ну вот эту штуковину. И там росли вот эти гладиолусы. Я их разделю и закопаю. Вот как есть, куда приткну и все. Так что у меня есть сегодня чем заниматься. Так что вот такие дела, ребятки. Вот, погода у нас сегодня теплая, отличная. Я буду закругляться, потому что тут нужно делами заниматься. Снимать я пока не буду больше. Ну, я буду, ежедневные съемки будут. Просто мне нужно сейчас, все завтракают, чай пьют. Мне еще на кулинарный канал. Спасибо большое. Скинула, люди написали. Люба, наконец-таки, правильно. Лучше снимай на кулинарный канал. Конечно, буду. Все, все, все восстанавливается. Все будет, как и раньше. И с мамой, дай бог, все у нас будет хорошо. И так, слава богу, все хорошо. Мы очень хотим, чтобы она полностью восстановилась, хотя бы 90%. Вот. И дай бог, все у нас будет хорошо. Слава богу, говорят, не нужно гневить Бога. Я тоже вот за это, что слава богу, что за все, что мамочка наша уже вот в таком состоянии хорошем. Вот. И вообще, что все самое плохое позади. Вот. Продолжаем жить. Радоваться жизни. Дай бог, следующий год у нас будет хороший. Скоро у нас Новый год. Нужно в декабре поснимать. Я уже говорю, в том году я не снимала на Новый год. Перед Новым годом. Еще у меня там лежит в кастрюльке. Помните, я показывала? Да. Вот. Буду сейчас это. Уберусь на кухне. Все дела сделаю. Машинку включу. Сейчас опять на улице солнышко. Пусть все постирается, выветрится. Вот. И начну делать на кулинарный канал. Да, вот этот раз у меня получилось, что ночью нельзя, потому что ночью делаю, следующий день весь на смарку. Весь на смарку. Надо приучаться все это делать днем. Так что вот такие дела, ребятки. Все, все, спасибо. Пошла я. Всем хорошего дня, хорошей погоды, чистого неба над головой, здоровья всем, понимания, душевного покоя. Вот, и всего самого наилучшего. Все, ребятки, всем спасибо. Всем пока-пока. Подождите, вы знаете, нам дизайнеры прислали визуализацию квартиры, ну, что там идет, прихожая, кухня и балкончик, ребятки, там инфаркт миокарда, там так супер, там так все красиво. Ну, мы, ну, вот спрашивают многие, что там с ремонтом? Ну, нет, дизайнерский проект первым делом, и он же не один-два дня делается.
Вот уже он месяц в процессе. Все это вот обговариваем, каждую тютюшечку вот там, знаете, обговариваем, чтобы вот что, как, что было под цвет. Вот, ребятки, супер, супер. Уже вот, когда я увидела, я говорю, я вас хочу обнять, расцеловать, вот, какие вы молодцы, это сколько в голове, это профессионалы. Это в голове такое не укладывается, как вот придумать такой стиль и цвет, да, выдержать вот этот цвет. Вот, ну, будет очень красиво. Вот, вы видели, самые близкие мои люди, я показала. Вот, и, конечно, все обрадовались и сказали, Люба, это просто квартира мечта. Просто я согласна полностью. Но пока еще это 3D, да, визуализация, что где чего, где будет. Стены, потолки, там люстры. Это только вот прихожка. И вот это то, что дверь, да, мы убрали. Там будет единым таким потолком идти. И вот это, как ее звать-то, балкончик вот этот. Какой он классный. Вот. Ну, на этой неделе сказали, еще пришлют. Вот. Дальше. Мне интересна очень комната, знаете, какая? Верочкина и бабушкина. Мне интересно там, как будет вот это вот все сделано. Помните, я в Телеграме говорила, будет перегородка. Вот. Мне интересно на вот это посмотреть. Как и что. Вот. И знаете, что сделали? Визуализацию. Помните, я говорила, под телевизором, да, вот, чтобы убрать эти шкафы, они не нужны. А дизайнеры сказали, так, Люба, тебе нужно рабочее место, поверхность. Я говорю, ну вот прям вот там душа не лежит. Вот. Я хочу, чтобы была свободная стена и висел телевизор. Ну вот сделали визуализацию и с этими, с нижними шкафами, с телевизором и без. Конечно, только с нижними шкафами. Совсем другое дело и вообще ничего никак не мешает. Так что, ребятки, ничего не буду загадывать. Пусть идет все своим чередом. Самое главное, чтобы был мир, чистое небо над головой. Остальное все пусть... Мы никуда не торопимся, мы никуда не бежим. Вот. Пусть делается все потихонечку, как надо. Этим занимаются на самом деле профессионалы. Вот. И как, что, чего, еще только... Еще пока ничего. Как начнут, я обязательно сообщу. И если мы поедем туда, я поснимаю, покажу, что, чего, как. Вот. Ну, пока еще ничего. Вот будет готов дизайнерский проект полностью, я его потом подпишу. Ну, то есть, каждое вот мы обговариваем. Если, например, там вот прислали, это же устраивает все вот это. Но прежде чем прислали, мы это уже обговорили, как и что, чего, тон, цвет, вообще, что должно быть, что даже высота дверей, какие потолки. Вот, и прислали полностью. И когда это все будет готово, когда все уже мы говорим «да», мы это подписываем, и этот проект, да, дизайнерский, отдают нашей компании, и все, и начинают там работать. Вот, ну, ждем, мы тоже очень ждем, очень хочется быстрее уже переехать, очень-очень хочется, и всем нам, вот. Так что вот такие дела. Все, ребятки, я должна была поделиться, я забыла про это сказать. Все, всем спасибо, до завтра, всем хороших субботы, хороших выходных. Все, всем пока-пока.